популярность смешанных единоборств в Казахстане неизменно растет. Причиной тому, конечно же, является успешное выступление отечественных файтеров. И совсем недавно казахстанский боец стал чемпионом полусредней весовой категории М1 Global. Я думаю, все понимают, кто у нас сегодня в гостях в нашей студии телеканала «Казспорт». Это Шавкат Рахмонов. Шавкат, здравствуй. Ассаламу алейкум. Шавкат, ты совсем недавно на турнире М1 Challenge 101 в Алматы, тем более на родине, в южной столице, сумел одержать очень важную победу над Данилом Приказой. И все же при этом обсуждается больше твой переход в UFC, потому что, как мы знаем, промоушен предложил тебе контракт. И вот вопрос, наверное, относительно этого. Почему, при том, что UFC уже вышел на тебя и предложил контракт, ты все равно согласился на бой с Приказой? Во-первых, они очень коротким удивлением, ну, как бы, получался, очень мало времени осталось до боя нашего приказа. И неделя до боя, это было бы очень несерьезно. Соперник ждет боя. Я сам жду боя, как бы, М1, чемпионский бой. Он готовился, сколько своих средств потратил, там, свое время, свои, как бы, психологически нервы потратил. Ему было бы неуважение, это в первую очередь. И во-вторых, это очень маленький срок. 20 апреля они предложили в Санкт-Петербурге подраться, как бы. На подготовку, в первую очередь, да? Да, на подготовку. Я, как бы, 100% готовился М1 в Алмате на бой чемпионский 5-раундом. Я за это не смог уже туда. У меня бы нервы не хватило бы и физической подготовки. Все было по плану на М1 Челлендж 101. 101, да. То есть уже была конкретика. UFC предлагал тебе не просто контракт, но даже ты мог знать имя своего соперника? Вот честно говоря, об этом я не знаю. Я, как бы, своим менеджером не общался. Как бы насчет этого я у него спросил. Было предложение у UFC, он сказал да, и потом я не стал, что, как там, с кем, я не стал. Я знал, что я уже не буду там драться, за это мне не было интересно. Как бы. То есть вот причина, почему ты решил выступить все-таки на турнире в Алматы, в том, как вот по-мужски, скажем так, да, ты не хотел... Да. Подвести как, свою страну, себя, как свою семью. Все ждут от меня боя, а как могу этот бой отменить и UFC подписать? Это было бы не по-человечески для, ну, как бы, для своего соперника. Он ждет. Он потом с кем бы подрался? Как бы подумайте, через неделю остался, он бой ждет. Я же не какой-то травмы получил, просто как отказаться. Это, может быть, они бы сказали, вот Шавкат забоялся и ушел в UFC. Такое может быть. У нас-то любит всякие разговоры, как бы. Вот. Ну, знакомая история, потому что я такое слышал и от Дамира Исмагулова. Он тоже говорил о том, что я буду биться с самыми сильными соперниками в М1 для того, чтобы стать еще сильнее в UFC, даже так. А все-таки, теперь уже обои с Приказой, как он для тебя прошел, потому что, ну, вот, собственно, мы сейчас видим, как проходила подготовка, как вообще бой складывался для тебя. Бой все как бы по плану. Мы устроили тренером, своим личным тренером Баяном Жангаловым. Было задание, как бы, не торопиться, спокойно поработать, соперника почувствовать, как он будет, как действовать, его действия. Я знал, он, что хороший ударник, у него, как бы, нокаутирующие удары, и он очень взрывной боец, как бы. У меня преимущество было рост, и у меня тоже мастерство не хуже, чем Приказа. В стойке и партере, как бы, намного лучше. В партере я намного лучше работаю. Не буду себя хвалить, но я знаю. Соперник первого раунда, как бы, подвигли с ним, почувствовали, там, атаковали. Некоторые удары были жесткие. Но мы смотрели, ты там уже в первом раунде мог, по сути, нокаутировать. Почему не пошел? Вот на третьей минуте, если не ошибаюсь, там хайкик прошел хороший. И... Да, там не видно, честно говоря. Он поплыл. Я сам, когда ударил его, получается, он, смотрю, у него ноги шатаются. Ну, я атаковал, как бы, мог. Я, честно говоря, не торопился, потому что там 5 раундов. Я знаю, да, у меня всегда бои там досрочные. Ну, как бы, по крайней мере, все досрочные. До третьего раунда. Я хотел вообще почувствовать пятый раунд, подраться. За это особо не торопился, честно говоря. Вот второй раунд, как шанс был, зачем шанс опускать, если где-то там
чтобы закончил бой досрочно, получился. Это все хорошо. Без травм, особо таких травм нет, серьезных, там, мелкие ушибы есть по-любому. И все, вот. Ну, то есть намеренно затягивать все до 5 раундов? Да, конечно. Я думаю, там будем смотреть функционалка, как я буду дышать себя, как чувствовать 5 раунд. Ну, я как бы готовился хорошо очень, на горах бегал. Все делал, чтобы постоянно выйти и выиграть. Ну, функционалку свою хотел показать. Ну, я не торопился за это. Так. Вот. Это ну все. Вот я разговаривал даже до этого еще с Асылбеком Дюсеновым. Да. Это твой промоутер, человек, который сейчас, скажем так, да, продвигает тебя на площадке международного, так скажем, смешанного ММА. И очень вот была очень интересная цитата, скажем так, процитируем Асылбека, потому что еще до боя с приказом он сказал: мы не рассматриваем вообще другого варианта, мы хотим стать чемпионами, мы хотим выиграть здесь титул, а потом провести еще защиту. И вот это очень много, это очень интересно. А вот где защита мы? Где ты планируешь сейчас? Защита, как, честно говоря, как бы поскорее защита, как бы определиться этим. Может быть, в июне, получается, в Астане хотят они турнир еще раз сделать. Я хотел бы еще раз своих астанских болельщиков порадовать. Я уже не раз здесь выступал, радовал всех своими победами. И хочу еще раз порадовать. Если как возможность будет, конечно, я выйду. Я не смотрю дома или где-то других за границей выступать. Если предложение будет, я готов. Если заранее все как бы подумаем и решим, и все. Ну, у тебя жизнь проходит, по сути, ведь на два города, да, вот... В Кукшетау ты живешь последние 6 лет, да, уже об этом тоже говорил, и очень много. Но туда ты переехал по причине того, что там, я как не, если не ошибаюсь, живет твой тренер. Да, мой тренер, он сказал, если хочешь как бы серьезно заниматься, переедь как бы в Кукшетау, тебя буду учить своими как бы техниками. Вот. Он и Асылбек Дюсенев очень много мне помогал в этом. Он где-то меня как бы в финансовых везде поддерживал, как бы. Ему очень как бы большое спасибо за его поддержку. Асылбек Дюсенов и Баян Жангалов, они всегда меня поддерживали во всех. Вот и все. За это я приехал в Кукшетау. А так у меня этот живет мама, братья в Караганде. Я сам когда-то занимался там очень много. Я часто после каждого боя езжу туда и отдыхаю с семьей, как бы провожу свое время. Ну, родился ты, вот, переходя к этому, наверное, да, потому что ты такой мостик перевел, родился ты в Узбекистане. Потом... Да, родился. Переехал где-то 16-17 лет, когда у меня был Казахстан, как бы это официально. До этого я как бы в гости ходил сюда, родственникам просто так приехал. Ну вот официально я 16-17 лет приехал и... Как бы Оралман считается у нас. Ты переехал в Караганду? В Караганду. Не, вообще мы приехали в южную Казахстанскую область, город Шымкент. Но город Шымкент и район Тулкубас называется, поселок или это точно не знаю. Тулкубас, да. После этого переехал. Мы сразу приехали в Караганду, начали там работать и одновременно посещать я тренировочные вот этот. Ну, одновременно тренировался, как бы. И бокс ходил там, и боевой самбо ходил. Ты вот рассказывал в интервью, по-моему, было, что у тебя с утра практически, ну, в обед ты приходил на бокс, а потом сразу шел на боевой самбо. Бывал, да. У нас работа была до 4-5, ну, иногда могли до 7-8, как бы, эта работа пошли, работа как клиенты, как были. А чем ты занимался? Ну, я работал на рынке грузчиком, как бы, грубо говоря, вот так. Но ты пробился при этом, вот, да, с 16-17 лет ты занимался этим, ты параллельно после этого ходил на тренировки, на бокс, на самбо? Ну, я ходил, но не всегда получался, как бы, это уже я, получался, это бокс ходил, и потом где-то месяц походил, у меня начал сердце болеть. Я думаю, я больше не буду ходить, это слишком уже нагрузка для меня, этот... Просто это после работы еще боксом занимался. Уже второй тренировкой я уже не так уже вялый такой. Понятно, я потом почувствовал, что
не стоит это ходить, это уже нагрузка слишком для организма молодого. Я что тогда еще 17-18 лет молодой, организм должен расти, как бы вовремя надо спать, вовремя отдыхать. Ну, потом я после работы начал как бы одну тренировку посещать. Ну, где-то было, да, два тренировки делал, где-то одну. Ну, в основном один тренировка в день. То есть на тот момент твоей главной целью было, да, попасть в профессиональный? Да, вот, ну, у меня было желание, вот, когда вот чемпионат Казахстана был первый по мужикам, у меня как получался первое соревнование по мужикам был, я там вторым стал, второе место занял чемпионат Казахстана, mm-hmm. и потом получился я, приглашение получил от сборной в Казахстан, я там готовился. Я не думал даже на чемпионат мира поеду, как бы уже я же второй номер. Первый номер, получается, Рашид Дагаев, он как бы свой плечо травмирует. Ну, тренер меня сказал, что главный тренер наш Баян Жангалов был тогда. И сейчас он говорил, что этот Рашид не сможет, давай этот надежда тебя, ага. Надежда тебе. Надеемся, как бы, что ты поедешь, тебе покажи там. Он так сказал мне, я понял, что я уже туда я порадовался, как бы никогда я двухразовую тренировку не делал, получается, утром там тренировки. Мне было интересно, как бы, но я тогда понял, что это не просто так, что это тренировки, это очень сильные нагрузки, и ты устаешь постоянно, психологические давление тебе идет, вот так. Ну, поехал, чемпионат мира выиграл, ну, как бы очень рад был, потом уже не работал на ринге, как бы. Только тренировки, да? Только уже начал думать о тренировках. И вот тогда у меня поступило предложение туда, чтобы приехать в Куштау, заниматься как бы профессионально. Вот поехал туда. И вот последние 6 лет ты проживаешь... Да, Куштау, да. В Куштау. Да, живу там. Успел породниться с этим городом? Да. Прекрасно. Да, хороший город, атмосфера, люди хорошие. Мне нравится Куштау, да. Ты уже сам сказал, вот я об Алексее Кунченке упомянул, но потому что эта фигура интересная. Он перешел в UFC уже, если не ошибаюсь, даже бой провел. Два боя. Успешно, да, даже успешно. И при этом, заглядывая немножечко вперед, ты сам не планируешь, если перейдешь в этот промоушен? Ну, даже не если, ведь план такой, защита титула после UFC в другую весовую категорию ты не метишь, потому что полусредняя, там очень высокая конкуренция, может быть, сбросить и, к примеру, перейти в 70. Честно говоря, об этом как бы я думаю, свою весовую категорию менять, но мне кажется, я в этом 77 килограмм полусредний вес, я себя хорошо чувствую. Мне не надо как бы много вес гонять. В данный момент у меня вес как бы в порядке. Даже этот средний вес, не средний, 70 килограмм, как 70 килограмм бойцы получается, чем я даже больше вес гоняют они. Я чувствую себя хорошо, у меня там в рост позволяет все. Все у меня как бы отлично, это весь я себя чувствую. Может быть, если как бы вес поднимется, другой весовой категорию пройдет, 84. Я пока не мере чувствую себя отлично. У меня нет мысли, пока не мере вес менять какой-то другой. Потому что у меня вес для 77 очень как бы очень мало гоняю, и все, вот у меня отлично все. Mm-hmm. Зачем, когда себя хорошо чувствуешь, в какой-то другой весовой категории переходить, и там, ну, это когда даже в какой-то весовой категории переходить, надо заранее надо готовиться, как ты будешь чувствовать себя, это очень много как бы. Но здесь причина проста обычно. Да. Все-таки конкуренция, потому что в 77 очень серьезный уровень. Да, правильно говорить, это 77 один из лучших в мире, это весовой категория, там очень конкурентные бойцы, даже как бы... Я не боюсь никого, буду показывать себя 77 килограмм. Наоборот, мне хорошо, когда больше конкуренции, интересно. Но здесь даже интересно... Тебе что... придется больше тренироваться и больше думать. Все говорили о том, что может на понижение, а ты говоришь наоборот. Еще да, наоборот. У меня рост позволяет, как бы вес еще маленький, как бы для 84. Ну, 77 мне как бы нравится этот весовой категорий. Себя хорошо чувствую. Зачем мне переходить куда-то? Или вниз, или вверх.
потом это в будущем будем смотреть, как бы думать своим тренером, как бы, и все. Насколько ты сейчас пристально следишь за UFC? И есть ли какие-то бойцы, которых бы ты выделил в своей весовой категории? Ну или в целом, на кого ты, скажем так, равняешься? Честно говоря, такого нету, кому-то равняюсь. Я являюсь, как бы я говорю, я Шавкат и являюсь Шавкатом. Или там, я не Макгрегор, не Хабиб. Я просто простой парень из Казахстана, как бы хочет, по крайней мере, попасть в UFC и там бой выиграть и так далее. Больше, ну, будем видеть, как будут там себя чувствовать, как бы. Такого дед, хороший бойцы 77 килограмм, скажу, сейчас является Камар Усман, чемпионом там. И Вудли, Тайрон Вудли, очень хороший соперник. Сейчас уже подписали Бен Аскрена, там очень хороший, как бы, вольник. У него там в результате, ну, серьезный, как бы, олимпийский, участвовал. Я не знаю, какое там место занимал, но очень хороший. Соперники там хватает для 77. Я могу топ-15. У них уровень очень сильный. Твоим, да, сильным сторонам переходим. То есть за счет выносливости? Да, ты... у меня выносливость, как бы, я не буду хвалить. Нормально, как хорошая, как бы. Я всегда стараюсь, ну, на тренировках работать своим выносливостью, чтобы улучшать с каждым разом. Борьба? Борьба, это все-таки, да, однозначно. Выносливость. Ну и... ударная техника. Во всем работаем, честно говоря. Ну, особо много упор сейчас надо нам. Не сказать, что опорную, как обычно, пока не работаем. Будем где-то, если на сборах поедем, там будем смотреть, где-то борьбу, где-то ударную технику улучшать. Ну, скажем так, под определенного соперника можно будет работать. Бойцы СНГ все больше продвигаются, но есть и некоторые негативные новости, потому что вот за последние несколько недель некоторые были пойманы, если не ошибаюсь, даже 5 бойцов было поймано на допинге, на использовании допинга. Ну и вот это очень много говорится по этому поводу, о том, что в М1 не проводится никаких, вы не сдаете анализы, что многие пользуются химией. Да, вот да. Твое отношение к этому? Отношение как? Да, это М1 не принимает не тестирует, получается, бойцов. Было бы хорошо, конечно, если они тестировали. Потому что я, ну, вижу своим весовой, который других, ну, у них что-то есть. А как это узнать? Ну, узнавать анализы надо, антидопинговое агентство, вот они. Ну, просто видно они, что просто человек так не может быть. Я уже сколько лет занимаюсь, я такой же худой, и у меня нет таких мышц, как... Вот, вот. То есть ты не принимаешь? Я за чистый спорт, у меня этот... Честно говоря, это я так думаю, химия от тебя не поможет. Если ты сильный, тебя это не придется это принимать. Если ты слабый, тебя не поможет, как бы это, ну, что-то напычкал там химию, не поможет тебе. Очень интересно, к смешанным единоборствам ты относишься не как к работе, а как к какой-то вот философии, ну, жизни. И, честно говоря, это как бы работа одновременно. Это хочется показать себя, как какой ты человек, какой у тебя духом, какой ты национальность. Вот это, наши предки какие были, ну, показать. У нас же бойцов нет в UFC, по крайней мере. Но в скором времени они будут. Но хочу показать, что кто такие казахи, как бы. Ну, показать свой народ и дух. И у нас пока нет. Ну, будем показывать, стараться. Не будем говорить во всем. Время покажет и все. В дальнейшем ты добьешься еще больше успехов. М1 — это, ну, не то чтобы даже первая ступень, но это важная ступень для попадания в UFC. Надеемся, что очень скоро ты и там проявишь себя. Спасибо за желание. Хочу сам этого. Ну, а нашим зрителям мы бы хотели сказать, занимайтесь спортом, смотрите ММА, ну и, разумеется, болейте за казахстанских спортсменов.